Всем привет! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео я буду шить тюрбан для ребенка. И мне для этого понадобится ткань. У меня трикотаж, также ножницы, нитки, фломастер, иголки и сантиметр. Что мне для этого необходимо? Сначала нужно померить голову ребенка, окружность головы и от лба до затылка. И для того, чтобы шить тюрбан, мне необходимо вырезать прямоугольник, исходя из тех размеров вот головы, которые я уже померила. Я буду вырезать прямоугольник размером 50 сантиметров ширина и высота 34 сантиметра. Если ткань у вас хорошо тянется, то вот здесь ширину можно в принципе сделать на пару сантиметров меньше. Также для того, чтобы обработать низ, я вырежу еще одну вот такую полосочку, тоже длиной 50 сантиметров и шириной 5 сантиметров. Я уже вырезала прямоугольник и теперь складываю его вот так пополам. Сложила ткань вдвое и теперь намечу линию, по которой я буду срезать вот этот угол. Я уже подготовила две детали и теперь вот эту полоску складываю вот так вдвое и на верлоке сюда вот пришью ее вниз. Будет у меня вот такая обработка края. Также можно просто его подвернуть и пришить двойной иглой. Либо просто оставить вот таким неподшитым край. Если вы шьете из трикотажа, можно оставить так. И вот так у меня получилось. Я уже разутюжила шов. И вот так с другой стороны. Теперь я беру иголку с ниткой. И вот здесь по краю начинаю собирать полностью вот здесь вот по всей окружности, по всему полукругу. Вот так вот я начинаю все это собирать на иголку с ниткой. Вот так вот я собрала. И теперь вот здесь мне необходимо сшить вот так с изнанки одну сторону с другой. Вот здесь в самом начале, где я начинала собирать, теперь нужно сшить. Вот здесь вот эти вот два краешка. И вот так вот у меня получилось. Вот так с изнаночной стороны. И теперь это отверстие закроем бантом. Для того, чтобы шить бант, я вырезала квадрат размером 19 на 19 и вот такой прямоугольник размером 11 сантиметров шириной и 17 сантиметров в длину. Теперь складываю вот так вот вдвое. Лицевой стороной вовнутрь. Один. И второй. И вот здесь
по краю сшиваю, оставляю небольшое отверстие. И точно так же здесь тоже по краю сшиваю и оставляю небольшое отверстие для того, чтобы потом можно было вывернуть на лицевую сторону. И сшиваю на швейной машине, иголку поставлю специально для трикотажных тканей. Я уже прошила, теперь разворачиваю вот так. И прошиваю еще вот здесь вверху. И точно так же с другой стороны. И тоже здесь прошиваю. И точно так же на втором. Вот так разворачиваю. И вот здесь вверху сшиваю. И с другой стороны. И тоже здесь сшиваю. Срезаю вот так немножко уголки. И выворачиваю на лицевую сторону. Теперь беру, складываю вот так вот бантик, формирую его. И иголкой вот так здесь сошью. Теперь я беру вот эту полосочку, которая поуже, и пришиваю ее вот сюда. Я уже пришила вот полосочку, теперь сюда бантик вкладываю. И сюда вот вовнутрь, чтобы все это вот так закрыть. Так, подворачиваю немножко. И пришиваю. И вот так вот я уже пришила, вот так получилось внутри, чтобы можно было закрыть и оно не мешало. И вот такой у меня получился тюрбан. Если у вас есть какие-то вопросы, еще пишите в комментариях.
Ставьте палец вверх, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. Всем пока.